VIP-авария в Ставрополе. Местный житель на новенькой Lamborghini решил проверить, на что способна его машина. Разогнался до космической скорости, но не подумал, что дороги в городе совершенно для этого непригодны. В ту сторону смотрите. Итог закономерен. Иномарка, которая стоит как хорошая квартира в центре Москвы, влетела в столб. Посмотреть на происшествие собрались сотни зевак, а работники страховой компании, вызванные на место, в ужасе пытались подсчитать убытки. Милиционерам пришлось не только оформлять аварию, но и следить, чтобы прохожие не утащили какую-нибудь небольшую запчасть тысяч за $10. Владелец машины, впрочем, не огорчился, сел в Бентли и уехал.